же это было? Я могу вам рассказать. Это предмет бога. Он встречается на нашем сервере Банни Раст. Также мне бы хотелось вам рассказать об особенностях нашего сервера. В процессе игры вы получаете виртуальные монеты. Их можно получить за следующие действия. Каждые 30 минут онлайна 20 кэрот. Обмен морковки у торговца 5 кэрот за одну морковь. Уничтожение танка или вертолета 20 кэрот с шансом 80%. Убийство скитальцев от 10 кэрот за одного NPC. Что за морковь? В ящиках для еды вы можете отыскивать морковку. Ее можно обменивать у торговца в городе Мирных на внутриигровую валюту. Также из этой морковки можно приготавливать необычные блюда, которые вам дают различные бафы. Они помогут вам в разных ситуациях. Для приготовления еды нужно ввести в чате команду /food. Например, морковный суп согревает зимой, а джем позволяет добывать больше ресурсов. Сел и поехал. Все машины спавнятся с запчастями и небольшим запасом топлива. Внутренний игровой магазин. Команда /shop открывает витрину для покупок. Дает возможность купить необходимые предметы без донатов, а лишь используя внутриигровую валюту кэр. В зеленых военных ящиках есть шанс найти кроличьи лапки. Каждая из них по-своему уникальна и дает дополнительные характеристики. Они помещаются в слот одежды. С ними нельзя использовать перчатки. Одновременно можно использовать лишь один талисман. Богу Стикс позволяет вам прыгать, кувыркаться и заниматься паркуром так, как никогда раньше в игре. Просто разместив быстрый слот, зажми пробел и получай удовольствие. Спутник ивент. Совет. Смотрите чаще в небо. Исследуйте обломки упавшего на острове спутника, чтобы получить доступ к доп-ресурсам. Но сделать это будет непросто, нужно преодолеть препятствия в виде патрульных вертолетов и NPC.